замечательная погода, хороший праздник, праздник здоровья, праздник целеустремленных людей, людей, которые любят соревноваться, любят бороться, любят побеждать. Поэтому давайте для того, чтобы проснуться, все дружно давайте громко крикнем: физкульт! Привет! Физкульт! Привет! Физкульт! Привет! Сегодня день физкультурника, вся страна отмечает. Все люди, которые связаны с физкультурой, связаны со спортом, которые приносят нашей стране медали, которые своим примером показывают, что можно вести здоровый образ жизни, можно добиваться успехов, добиваться побед. И сегодня мне бы хотелось зачитать поздравительный адрес от председателя комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области Геннадия Геннадьевича Колготина. Он знает, что у нас сегодня здесь турнир, что мы здесь прямо на самой границе будем бороться за золотые медали по пляжному волейболу, поэтому поздравления от него. Поздравляю вас с профессиональным праздником, Днем физкультурника. Благодаря вашему совместному труду Ленинградская область, ленинградцы добились успехов по многим видам спорта. Заложена прочная основа успехов и побед на международных спортивных аренах. На ближайшие годы перед нами поставлена цель вовлечь в регулярные занятия спортом еще большее количество людей. Для этого нам необходимо и далее поддерживать культуру здорового образа жизни, созданную в Ленинградской области. Активнее развивать массовый спорт, с детских лет прививать физическую культуру и воспитывать ответственное отношение к себе. Всемерно поддерживать интерес к спорту людей среднего, старшего возраста, создавать соответствующую инфраструктуру. В этот праздничный день выражаю вам слова искренней благодарности. С праздником спортивного долголетия, успехов и новых ярких побед! Делаем репортажи, кто из тебя.